Российская Федерация не сможет поддержать предложенный британскими коллегами проект резолюции по продлению мандата группы экспертов комитета СБ-2140 по санкциям в отношении Йемена. Но мы хотим, чтобы не было никаких недопониманий в этом отношении. Мы полностью поддерживаем большинство положений этой резолюции. Но мы не можем согласиться с неподтвержденными выводами и сведениями, которые требуют перепроверки и обсуждения в Комитете по санкциям.